your highest sneakers on, slipping new. Got your highest sneakers on, and you're slipping new. You're more than all right. You know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that's keeping you uptight. Ребята спрашивали, как ты так облегчил свой велосипед, что ты сделал? Карбоновые палки поставил, карбоновые колеса, все. Система карбоновая. Карбоновая система. Переклюк чуть легче стал. Боре совсем, где-то 8,5, ну, без сляг. Без педали. С педали. Лакшери. Дима, что это за велосипед? Хром на хроме с хромом. Ну как, где ты пропадал? Не только велосипедом можно жить, можно и байдарками. Так, и давай, не начинай. Татенька, привет. Привет. Какие новости? Никаких. Восстановилась после падения, все? Да. Ты там, говорят, четко разложилась, да? Ну да, был такой. Еще вот еще остатки. Вау. Ну сейчас все нормально. Да, да и тогда было нормально. Ну понятно. Дзинь. Не, а как мы ее затянем? Есть еще у нас? Еще ты просто хотя бы рукой затянешь. Да, да, да. Она, возможно, открутилась по причине того, что та открутилась. Да? Начала да. От вибрации тоже раскручивать. Вот это в смысле? Да, ты вот тут прикрути, и вот тут еще, потому что они тоже от вибрации. Доброе. Какие новости? Отличные. Да. Главное, что погода хорошая. Да. Giant, мой любимый. Лиф? Да. Это как будто бы женский велосипед? Нет. Под мои плечи. Это какая-то L-ка, там XL-ка, да, большая? Нет, это M-ка. Это шосик, Endurance или что это? Это All Mountain. Расшифруй для тех, кто не понимает, что это. Ну, скажем так, чуть от гревела, чуть дальше в сторону шоссе. На чем сегодня ты приехал? Брэдстик. Китай. Покрашенный? Покрашенный. Так, жирно покрашено, а ну-ка. Дай мы его посмотрим. Красота. Сам красил? Сам. А лакировал сам? Сам. Слушай, пушка вообще. А это все вилка от Сайра. И сделал скрытую проводку, а не вот эту вот 3T-шную. Все здесь зашевел, сделал дополнительные гонки. Кастом наше все. Так и не скажешь, что это какой-то там BXT, да? Как он, кстати, едет? Нормально. Нормально? Ну, в прошлом году я проехал на нем. Ну, весь сезон, поменял вилку, пересобрал, цапом сравнивал. Ну, а? Ну, не хуже. BXT за 30-ку не хуже, чем твой Arm Open. Это не BXT за 30-ку, вместе с вилкой от Sire они примерно в одной ценовой. Сколько, кстати, вилочка тебе вышла? 70. Вилка дороже, чем рама, короче. Да. В два раза. Я хотел либо эту вилку, либо Deda Curve или EGR, который под скрытую проводку в 1/8 шток. Проблема в том, что с логистикой сейчас большие проблемы. И со всеми комиссиями и пересчетами та вилка выходила в 90, а это здесь, в Питере, не за 70, поэтому... Уверен, что огонь получился. Готовишься к гоночкам, раскатываешься? Готовлюсь. Да, кстати, осталась неделька всего. Нога хорошая у тебя? Ну, посмотрим. Не-не-не, что значит посмотрим? Ты должен быть себе уверен. Ну, будет хорошая. Да, в смысле, через неделю? Конечно. Ну, ты профик реально. Я подготовлен. Ты профик, через неделю будет нога хорошая. Да, я сейчас на диетку сяду, потом устрою углеводную загрузку, а потом приеду на гонку просто и порву там всех. План такой. Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной заезд классный, собралось много людей. Сегодня у меня на тесте интересный новенький туристический гравийник Horch Elephant. В процессе ролика расскажу о нем подробнее. Интересный, простой, хром-молибденовый. На осях самые главные по нему первые мысли – очень нарядный. Очень красивый, очень нарядный. Вот этот вот под хром алюминий на солнце. Сегодня солнечный день, погодка классная. Наконец у нас были дожди, просто затяжные. Недельку было не выехать, мы скучали. И вот сейчас появилось солнце, и на солнце этот велик весь блестит и переливается. Ну, повторяет такую классику, да, классические вот эти вот шоссейные велосипеды, итальянские, может быть. Уделю внимание сегодня побольше внешнему виду этого велосипеда, потому что, ну, для меня лично это вообще немаловажно. То есть то, как выглядит велосипед, и это даже может постигнуть на нем больше кататься. Если велосипед некрасивый там условно стоит, где-то ты на него посмотрел, он там грязный, пыльный, расцветка непонятная, в общем, не сидишь дома.
на каком-то своем красивом, симпатичном, любимом велосипеде будет хотеться выезжать. Что сегодня по треку? Это южное направление Санкт-Петербурга. Классические южные покрытия. Здесь грязь. На севере это песчаные какие-то отсыпочки. Они очень быстро просыхают. То есть дождь прошел, буквально времени немножко, и все просохло. Значит, здесь вот мы заехали в лесок. И вот это вот глинистое, что ли, покрытие такое, то есть оно очень медленно сохнет. Ну, очень долго и медленно. И там, где леса более такие тенистые, вообще могут быть даже лужи. Хотя, ну, хотя везде уже солнце светит и все сухое давно. В общем, кстати, здесь ветки есть, поэтому надо аккуратно. Здесь резина около сликовая такая. Что-то на богатом, как говорится. Где? Ну, все дешевое китайское. Все Китай. С этим велосипедом вот сейчас, в этот солнечный день, очень классное ощущение. Кстати, ни с каким велосипедом такого не было, что я смотрю, ну, вот вперед на руль, на вынос, у меня поднимается настроение. Вот этот вот подхром алюминий блестящий, он на солнце классно блестит, переливается. Вообще настроение, но это может после того, что дожди были, или я не знаю, все так вот вместе. Но говорю, ни с каким таким великом в последнее время вот не было, чтобы у меня такое настроение хорошее было просто из-за того, что я смотрю на велосипед. Ну, все-таки есть, да, такой момент, что вот такие красивые вещи, да, красиво сделанные, красиво выглядящие, 100% поднимают настроение. И, как я уже говорил, ну, реально, лишний раз там захочешь взять велосипед просто так, чтобы прокатиться на нем. Кстати, на этот велосипед вчера там у меня был городской тест первый. Люди оборачиваются, смотрят. Ну, он яркий, на солнце, говорю, там прям блестит вот такие, как это сказать, как вспышки от солнца, когда лучики солнца на него там быстро так падают. Ну, прям реально, как зайцы солнечные опускают. Пару слов про трансмиссию. Здесь у нас установлена Shimano Sora. Давненько я, значит, не катался, да, но вот свежих впечатлений по этой Соре нет. И скажу я вам, она работает очень-очень даже неплохо. Я бы сказал, просто отлично для своего положения, то, какое она занимает там в линейке. Ну, то есть это самая такая начальная группа, там, Clarisse Sora. Момент такой, что у них 8-9, да, вот это вот Clarisse Sora. То есть это не близкое переключение. Иногда хочется, ну, немножко там сбросить или набрать, а оно чуть сильнее там, чем ты планировал. И вот этот момент. Ну, с другой стороны, этот велик не для профессионального велоспорта, когда тебе важен ритм, да, и нужно держать вот определенный ритм там с малейшим изменением градиент. Этот велосипед не для этого. У него двойник. Ну и поэтому там отрегулировать, в принципе, скорость можно. Смысл то, что насколько четко и приятно работает эта Sora. Казалось бы, ну, самая обычная группа. Вот Shimano. Все-таки вещь, конечно. У тебя шлем и очки Ориго? А, шлем, да. Очки нет. Очки мне было жалко. Шлем, да, я 20 отдал за шлем. И за очки еще 20. За очки я отдал 1300. Это фейк. Понятно. Шлем оригинальный. Хорошо, хоть не deep fake. Ну да. Перекатался. За сколько купил тритератор? Озон 42 тысячи. Он карбоновый? Не, это алюминий. Но он в стоке был 9,9 килограммов. Алюминиевый? Алюминиевый с карбоновой вилкой. Я его поменял, сейчас где-то 8,7. Алюминиевый твиттер, интересно, все же за карбоновыми гоняются. Да, но у меня есть ребенок, и я хотел сюда крепление для детского кресла ставить. А потом я решил, что куплю себе еще один вынос, согнул сиденье детское и буду ставить. Ой, не вынос этот, в
вот сюда поставлю второй. Что скажешь по этому твиттеру? Блин, это вообще, он даже лучше, чем карбоновый твиттер. У меня был карбоновый, но я на нем откатал там месяцок. Шоп-контент, так, да, объясни свою мысль. Ну, по весу столько же, вот, представляешь, карбоновый твиттер, типа, весит 9,5, 9,2, где-то 9,9, если брать гравийник. Да. Этот 9,9 тоже, но алюминиевый. То есть плюсов карбона нету. При том, что если здесь его доработать, поставить карбоновый там PDL, его можно еще облегчить. Там систему поменять, да, и колеса. И получается, как бы, смысл в твиттере карбоновом я особо не вижу. Тупо дешевле за то же самое. Да. Ну и надежнее, кажется. Потому что, когда мастер разбирал карбоновый твиттер, он показал, как там склейка идет, и, короче, из нюансов здесь ничего нет. Вот по карбоновому, почему я его еще продал, у него покраска была плохая. Вот. Не, ну, короче, нюансов на самом деле нету, кроме того, что там штоковые колеса 2 килограмма весят. Easy Gravel, да? Да. Синий. Да. Сколько на нем накатал уже? Ну, где-то 500, наверное, может 600. Давай, быстрый отзыв. Ну, он у меня через месяц, втулка задняя сломалась, но там... Я сгонял... Отдал по гарантии? Да, сгонял в магаз по гарантии, сделали. Отлично. Так, что еще? Ну, блин, мне не с чем сравнить первый велик. Ну вот и расскажи, как есть. Ну, мне нравится. Я, наверное, буду менять. Здесь одну звезду поставлю. А. Вот. Ты перестанешь быть стальным человеком, ты станешь карбоновым человеком. Мне еще придется победить вилку переднюю. У меня здесь 15-я ось. Так. Поэтому... А там колеса под 12. Вот. Ну, я думаю, есть какие-то конвертеры. Но пока не нашел. Нашел на американских сайтах. На Амазоне можно купить, но в России, скорее всего, к токарю придется обращаться. Особенность последних дней, я бы сказал, даже недели, это какой-то сумасшедший ветер. Вот сегодня тоже очень сильный. А вчера был настолько сильный ветер, что я ехал там в центр, как раз вот мне надо было по делам, и просто он останавливал, вот стена из ветра была. В прошлом сезоне, я помню, ну ветер не такой был, он тоже был, но этот сезон он переплюнул. Летом лучше в Питере, можно, надо ехать, да? Осенью, когда в Питере дожди, а в Сочи 24, море, очень красиво, мне очень нравится, вот, и это дороги, прям... это не пески, лучше глины, чем пески. А где кукуруза? Слушай, тут были такие классные цветы, оно еще цвело, это поле, в прошлый раз, но вот сейчас что-то оно не цветет. А, люпины? Совершенно фантастические южные поля. В прошлый раз мы ехали на трек, он, это поле, оно цвело, и мы даже остановились, чтобы сфотографироваться. На асфальте этот велосипед чувствует себя, конечно, как рыба в воде, потому что это классический туринг по геометрии. У него длинная база, длинные перья, классические туринговые 445, это уже территория туринга, база 106 там с лишним. И интересный тренд этого сезона, который я заметил, довольно спортивный угол рулевой. Вот так вот сейчас многие стали делать, то есть база длинная сохраняется у нас. Перья, каретка там внизу. И довольно спортивный угол рулевой делают, чтобы как будто бы немножко добавить острых ощущений вот в эту вот такую спокойную размеренную туринговую геометрию. Да, это чувствуется, что здесь угол рулевой такой остренький. Ну, точнее, кто-то говорит острый, кто-то говорит тупой, наоборот. Короче, спортивный, вот так вот, да. Это прям сразу чувствуется. То есть управляется этот велосипед, ну, действительно, более... отзывчивый, более быстро. И примерно атрибут любого теста – разогнать велосипед. Ну, нормально, сейчас едем по шоссе 37. Вполне на нем можно ехать быстро при желании, как и на любом туринге, как и на любом гравийнике. Но опять же, кажется, он не для этого сконструирован. Краткая выжимка по этому велосипеду – это хром-молибденовая рама и вилка, хорошие зазоры, прекрасный цвет, алюминий под хром, блестящий, переливающийся на солнце, блестящий. Каретка под квадрат, система 2x9, Shimano Sora, дисковые механические тормоза, Pro Max, что у нас еще, 440-й руль, короткий вынос, да, собственно, все, довольно узкие покрышки,
Кенда. Остальная информация более подробная будет в обзоре, да, это вот сейчас самый краткий. Но, наверное, самое интересное по этому велосипеду то, что это самый стильный велосипед точно этого года, который я видел. И штука с ним такая, что вот от того, что он такой симпатичный, настроение хорошее. То есть сейчас солнечный день, я уже, да, об этом говорил. Солнечный день, солнышко светит, он весь блестит на солнце. И компания у нас сегодня еще хорошая. И вот получается, что заезд на этом велосипеде, он такой, ну, очень позитивный. Очень позитивный не в последнюю очередь из-за его внешнего вида. Николай, давай быстрый. Вот золотой молодец. Очень нравится. Это мой первый шоссейный велосипед. До этого на МТВ катался. Ну, в целом все устраивает. Не нравится в трансмиссии боковой вот этот. Не нравится? Нет. Нельзя повесить сусон дороже. Можно, но тросик очень сильно мешается. Расскажи вот этот момент перехода с МТБ на него, вот самые первые ощущения там, ну вообще. Ощущения очень, очень жестко и очень быстро. Илья. Расскажи немножко про свой. Шульц Лаги Пауэр, сингл спид, на который я поставил переключатели. Я удивился. Вот. Ну я сезон поездил так, потом решил, что в горке тяжело заезжать все-таки. А что здесь было в стоке за соотношение звезд? В стоке 46-18, по-моему. Там как, 90 каденс, 30 км в час скорость. Вот так было. Вот, то есть если крутить не так быстро, там 80, ну 20-25 по городу. Почему ты пошел таким непростым путем? Ну, я думаю... Взять сингл и установить на него Шульц мультиспид. Это то, что ты покупаешь сердцем. Это, ну, нерациональная покупка абсолютно. То есть ты вот хочешь, у тебя есть там вот эти вот деньги, ходишь и говоришь, дайте мне вот этот вот. А расскажи в нем, когда у тебя был в режиме сингл, как на нем вообще каталось? Нормально, нормально. Ну, он такой простой. Да, да. Сел, поехал, едет. Давишь, едет, не давишь, не едет. Слушай, мне очень понравилось. Приложение? Угу. Настраиваешь приложение, да? Да, вот можно менять шифтеры местами. Угу. Вот. И под каждую звезду настраивать... Именно звезду? Да, именно... Микронастройка, да, каждой звезды? Да, каждой. То есть ты этим пользовался? Ну, изначально при настройке, да, мастер у меня подгонял вот через приложение. Потому что сказал, что у тебя кассета какая-то. Да, это кассета зататушная. Есть момент. В том числе, да? Из-за этого она, кстати, так отстреливает. Ну, вниз, когда сбрасываешь звезду, она прям... Ну, мне понравился тоже эксперимент, удачно. Сколько весит монетки и переклюк, и батарея, вот эта вся история? А я сейчас взвешивал? Не вспомню, у меня на телефоне сильно большая разница, допустим, со SRAM или чем-то чем? С полностью беспроводным? Ну, чуть больше, чем 812 GRX. Да. Угу. Потому что тут переключатель довольно массивный такой. Вот. В остальном ручки даже чуть-чуть меньше весят. Вот. Ну, а за счет того, что нету рубашки, тросика, ну, тоже меньше. База, длинные перья, устойчивый на дороге. Интересный момент с углом рулевой, да, то, что немножко такой остренький, точнее, ну, более спортивный угол рулевой, это, как бы даже я бы сказал, более интересно, да, интересно, потому что, в принципе, он управляется более так спортивно. Я привык, да, потому что мы ездим на гревелах, у нас, в принципе, заезды смещены, там, скажем так, в сторону спорта, то есть мы, ну, примерно так, плюс-минус, более-менее быстро гоняем, да, поэтому этот велосипед, ну, он ощущается, рулится так, не знаю, мне вот приятно то, как он, то, как по геометрии он сконструирован, в принципе. Мы приехали официально в самую красивую часть этого маршрута, это южный маршрут. И вот здесь вот эти вот поля, фантастические поля с колеей. А вот так это все выглядит. Места, ради которых только можно приехать на южный трек. Многие их не любят из-за того, что
присутствует грязь почти всегда. Вот, допустим, ну, дождей уже нет сколько-то дней, да, а здесь все равно грязь. На севере уже нет никакой грязи, там все сухо и все такое, а здесь... Вот, но вот эти поля, они, конечно, компенсируют любую. Ребята на прошлом ролике на комментариях сказали, что ты переплатил. А, переплатил? Переплатил. Блин, ну я не настолько был в теме, чтобы собирать. Это был мой первый гравийник, и лезть сразу в сборку как-то было стремновато. Ну, твое мнение не поменялось до сегодня? Да нет, я офигенно прокатался целый год. Офигенно, я был настолько доволен и рад. Я каждый день катался. У меня отпуск 56 дней, я 56 дней катался подряд. Люди начали считать твои деньги, сказали, что ты поступил неразумно. Ой, да ничего страшного, сколько людей, столько мнений. У тебя гравийный шлем ПОК, да? Да. Расскажи про него. Я заказал на Новый год шлем в черном цвете. Пришел быстро, но М-ка оказалась чуть-чуть мала. Я его быстренько продал в Москве, девчонки, и заказал новые расцветки. И он мне шел с 11 февраля. И пришел только вот буквально неделю назад, да. То есть он отправлялся месяц, еще два месяца шел, или три месяца, это кошмар был. Я уже писал на почту, спор, короче. Но это того стоило. Ну да, мне очень нравится расцветка, шлем прикольный, приятный. Вы только посмотрите, какая красота. Это вот прямая широченная дорога, слева и справа поля. Правда, есть запах навоза, но на видео не слышно запаха навоза. Здесь на юге очень часто пахнет навозом, свеженький, прям такой перепахали. Но это очень-очень красиво. Финалим наш сегодняшний трек. Классный южный трек, небольшой, но насыщенный. Здесь есть и сыпучка, и лес, и корешки, и грязь была, и асфальт хороший, и асфальт убитый. Оси, хорошо он катит на самом деле, и по асфальту, и по грунтам. Что немаловажно, наверное, оси не последнюю очередь. Давление правильное, давление вот отрегулировал, да, потому что ехал в начало трека, закачал побольше по асфальту, ну просто по городу. Мы вот приехали сюда, стравили давление, и сейчас мне вообще комфортно. Как я уже говорил, там выявить, что именно конкретно тут флексит, рама, покрышки там и все. Бывает порой сложновато, потому что это все в комплексе нужно делать. Но сегодня у меня очень классное настроение. Из-за того, что у нас приятный трек, классная компания, много великов, погода хорошая. И вот этот велосипед, он нарядный, он очень стильный, красивый. Егор, расскажи, пожалуйста, про свой трибанчик. Трибан ГЛО 120, колеса поменены. Алекс Ринс, покрытие Швальба, Туркин Эватек. Поменена система на правил и поменен тормоза на кирпич спайл. А остальное, в принципе, стоковое. Рама и группа стоковая. Да, да. Ты третий год на нем ездишь, как он тебе? Ну, мне нравится. Ну, на нем накатал, наверное, чуть больше 5000, наверное. Мыслей нет на что-то менять? Либо менять он целиком весь велик. Да, да, да. А апгрейдить, наверное, ты нечего. Ну, нету такого, чтобы кисило прям. Да, да, да. То есть все устраивает. Еще важный момент у этого велосипеда, как и у всех остальных вот подобных велосипедов, присутствует такой момент, что его разогнать нужно, приложить какие-то усилия, но потом, когда ты его вот разгонишь, допустим, сейчас мы едем по шоссе, я вообще почти не прикладываю усилий, потому что у него база длинная, вес присутствует, и вот накат у него, ну, действительно хороший. Еще если в группе едешь, вот мы сейчас в группе едем, то вообще классно. То есть это вот особенность всех велосипедов таких подобных, ну и этого тоже. Дзинь. Завершился наш сегодняшний прекрасный заезд. Реально заезд получился очень классный из-за погоды, из-за компании. Много приехало людей, классные велосипеды, шикарно сегодня солнышко, светит трек, интересный трек на юге, прокатились. Это был гравийный заезд, настоящий гравийный заезд и туристический гравийник. В принципе, его можно назвать туристическим гравийником. Я бы его назвал бы
больше турингом, больше универсальным, больше дорожным, повседневным, городским велосипедом. Ну, естественно, и в гравийном применении. Вот сегодня он прекрасно все проехал. Итак, давайте итоги по этому велосипеду. Значит, что, начнем с рамы. Это хромоль 4130. Такая же крепкая, уверенная рама, в принципе, как и на всех этих хромолевых велосипедах. Значит, многие люди часто вот не понимают, они спрашивают, так расскажи подробнее об этой раме, ну как она, что она. Ребят, ну, если нужно подробно рассказывать об этой раме, ее нужно распиливать. Распиливать и смотреть, ну, то есть внутри, как она сделана, что там за труба, какое сечение именно внутри. Снаружи, понятно, мы видим какие-то трубы, что там внутри, то есть какая их толщина. Компания пишет про батинг, что там за батинг, какой батинг. Написать можно все, что угодно. Поэтому это я к тому, что, ну, не спрашивайте, ребята, про вот эту раму, про эти трубы. То есть мы видим что-то снаружи, да, и можем об этом сказать. Что там внутри, ну, это реально нужно пилить раму. Конечно, мы пилить ее не будем. Значит, велик на осях. Велик на осях, что, естественно, добавляет ему уверенности, прочности, да и вообще, это современное решение. Даже не буду говорить про эксцентрики. Ося, это классно. Значит, рама крепкая, красивая. У него покрасочка такая перламутровая. Она, ну, на солнышке, короче, с блесточками переливается. Хорошо нанесены надписи, лого, Horch Elephant, да. Это все название, но, ну, приятным таким цветом, слоновым, каким-то слоновой кости, или, я не знаю, в общем, молочным таким, молочно-желтым, приятно. И сам цвет, ох, какой он там, черно-синее, еще что-то, я не знаю. Интересный такой темный цвет, в общем, не чисто черный, с перламутром переливается, значит. Это вот по раме. Самое главное, что она на осях. Все остальные элементы, ну как все, большинство элементов у нас под хром. Значит, это самый стильный велосипед, который я видел в этом году. 100% без сомнения. Значит, ребята все как один подъезжали, говорили, блин, какой он стильный, какой он красивый. Мне сегодня он поднял настроение из-за того, что из-за своего внешнего вида, этого классного. Реально у меня настроение было на высоте. Я смотрел на эти хромированные части. Руль, вынос, подсидел, у нас обода, втулки, система. Это все под хром. Вообще супер классно смотрится, реально, в этом вообще. Ну, давайте по элементам. Короткий вынос, хромированный, да, алюминий под хром, да. Руль 440, 440 без флера. И сразу, наверное, скажу про группу, потому что здесь группа Сора и такие небольшие тоже монетки. Сора, ну, как бы больше дорожная группа вроде как, да. 2 на 9, здесь такой расчет, 2 на 9, 48, 32, маленькая за 32 и большая 48. В принципе, по расчету у него просто с головой можно ехать и быстро, и очень быстро, там 48-я звезда. И, в принципе, на маленькой можно, все почти гравийные части я ехал только на маленькой звезде, 32, и сзади у него кассета девятка, 11-32. В общем, расчет нормальный, Сора работает, кстати, нормально, говорил уже, да, что давненько не ездил на этой Соре, и она прям работает очень хорошо, то есть Шимана не зря, да. Мы говорим про бренды, мы говорим про качество. Шимана есть Шимана. Сора самая начальная группа и работает замечательно. В общем, претензий никаких нету. И девятка, кстати, это вот переключение такое, ну, четкое. Оно, в принципе, нужно постараться, чтобы оно у тебя сбилось. Оно у тебя сбилось, потому что там, ну, есть сила. Обратная сторона этого всего, когда хочется немножко, да, там, подкорректировать, набрать или сбросить, а оно прям, ну, бывает сильновато сбрасывает и, или набирает. Это вот обратная сторона вот этих вот, ну, небольших девяток, восьмерок, десяток, вот есть такое. Но я не хотел бы на этом туристическом велосипеде видеть 12-ю группу или 11-ю. Зачем она тут нужна? Это вообще никому не надо. Я не буду говорить, что здесь должна была оказаться Сора. Производитель поставил ее, и она классно работает, прекрасно. Эта Шимана будет 100% надежная, потому что это группа, которая годами уже стоит. Короче, не буду вам рассказывать про Шимана, вы все знаете, Сора это работает и отработает. И куча народу приезжает на заезды на этой Соре. Они говорят, вроде как надо поменять, вроде как стыдновато на этой Соре ездить. С другой стороны, она работает и ничем не мешает. Ну вот, плюс это все копейки стоит какие-то, это сам переклюк этот. В общем, все это недорого. Плюсы в этом плане я вижу. Это же велосипед, он туристический, он должен быть как раз в первую очередь надежным. Так, по геометрии этого велосипеда. Это длинная база, это длинные перья, 106 чем-то у него база, 445 перья. Значит, каретка внизу, вот это вот все, что мы имеем. И при этом довольно спортивный угол рулевой. Это интересно, потому что велосипед в принципе длинный, ощущается стабильным. Плюс вес, плюс хромоль, вот это вот все. Но при этом достаточно спортивный угол рулевой. То есть он рулится так, ну вот, как есть, как есть. И на гравике это помогает. На гравике это помогает. Я говорил о том, что это решение интересное в этом году. Не только на этом велосипеде, а уже встречается, да, то есть туринговая, чисто туринговая, там, перья, каретка, там, база и все такое. И при этом угол рулевой. Это, кажется, интересное решение, потому что вот играть на классическом поле, допустим, вот классический туринг делать, прям вот длинный, заваленный углом рулевой, ну, он конкретно попадает в какую-то категорию. Это, допустим, можно сказать, что это велосипед
в каком-то смысле он универсальный из-за этого, да. Допустим, на нем можно какие-то гравийные заезды, вот как у нас сегодня гонять. Ну, достаточно там и спортивные, и быстрые, можно где-то на нем, короче, прохватить. Из вот этого угла рулевой, то есть он уже не ощущается таким слишком вялым, неповоротливым, ну вот как такой типичный дорожный велосипед, который должен спокойно ехать. И вот, в общем, вот эта вот нотка с рулевой, мне кажется, это интересно. Напишите ваши мысли по этому поводу. Только не пишите, пожалуйста, если вы, ну, даже не думали о геометрии, сейчас просто только услышали это и хотите уже что-то написать. Подумайте об этом. Это геометрия, это очень интересно. Геометрия велосипедов, это вот прям то, о чем, ну, то, что надо смотреть, то, что надо знать перед покупкой. Ну и вообще разбираться, в смысле, хотя бы на базовом уровне в геометрии своего велосипеда и других, чтобы понимать, как это все едет и вообще какие можно получить от велосипеда впечатления согласно его геометрии. Ну вот здесь... В общем, геометрия – это туристический велосипед, туристический гравийник, я бы его назвал, и поэтому у него геометрия соответствующая. Колеса, втулки, обода, спицы, эти блестящие под хром. Классно, классно все выглядит вообще. Резина Кенда не широкая, до 40. До 40 я ее забил по асфальту, я по асфальту там побольше дал, там, и она едет повеселее, да, на гравийке спустил, но она тоже нормально едет. Это резина такая, ну, не гравийная, то есть у нее нет кубиков, нет там вот этих сцепов адских. Ну, в принципе, этот велосипед и не предполагает, да, езду по таким каким-то откровенным там бездорожным условиям. Хотя сегодня у нас была и грязь, и камни какие-то были. В общем, все это проезжаемо в таком режиме, когда вы туда попадете, абсолютно нормально. Подседел такой же у нас, хромированный, красивый. И седло, стоковое седло. Оно довольно узковатое и, ну, немножко мягкое. Вот стоковое седло – это вот индивидуальный момент. И сегодня оно мне немножко, ну, натерло, набило, скажем так, набило. Ну, потому что у меня седло, я очень чувствительный к седлам. Это моя вообще тема, эти седла. Я очень прямо вот чувствую, когда седло... Тем более, я там несколько лет, короче, искал свое седло, ездил на этом Бруксе несчастном. Владельцы Бруксов, давайте, сейчас не будете писать про этот Брукс. Мы уже все это обсудили, там подгорело у многих. Ну, короче, мне Брукс просто не подошел. Я сейчас езжу на физике. Физик очень, ну, физик мне очень нравится. В общем, это стоковое седло я бы заменил. Ну, на нем тоже можно ехать. Кстати, проехали сегодня сотку. И, в общем, я на этом стоковом седле. И скажу, что у меня прям вообще там все отваливается. Ну, чувствую какой-то дискомфорт. Я бы его заменил. Если ездить вообще дальние расстояния. Если бы я его использовал, этот велик, в городе, я бы даже не трогал бы это стоковое седло, ездил бы на нем. Тормоза, дисковая механика Pro Max. Значит, велик был абсолютно новый, и вот с самого начала они так, как обычно, шуршали, и так торможение было такое посредственное. Сейчас к концу уже, то есть это все притерлось, и оно стало повеселее, реально повеселее. Двумя тормозами можно это все затормозить. Ну, тормозами при желании нужно заниматься, при желании. Опять же, нужно поездить, потормозить и понять. Если вы будете ездить неспешно, спокойно, с грузом там, вы, может, и не будете задумываться об этих тормозах. В принципе, двумя, говорю, тормозами велосипед останавливается. В общем, нужно поездить и потестировать. Самые главные мысли по этому велосипеду – это вполне себе достойный велик. Прикольный, очень нарядный, очень красивый, стильный велосипед. Это вот настолько немаловажно, когда велосипед нарядный, стильный и красивый, когда ты смотришь на него и прям вот… Блин, он классный, он красивый, хочу на нем выехать, хочу, чтобы ребята там посмотрели на него, хочу его сфотографировать, куда-то, ну, в сеть опубликовать там фотографию своего велосипеда. Это прям, ну, действительно очень важно. И этот велосипед, есть у него вот этот элемент, которого, допустим, вот не хватает, знаете, в каких велосипедах, вот в массе вот этих Китай-карбон, которые вот сейчас многие собирают, это просто черная рама, да, какая-то там загрунтована, и все, люди ее получают, на ней собирают велосипед, и они настолько вот безликие, какие-то вот просто, ну, не то, что не симпатичные, но вообще, ну, абсолютно безликие, ничего в них нет, никакой души. Вот в этом это просто небо и земля, да, допустим, с этим китайским карбоновым черным велосипедом обычным, который, ну, совсем никак. Значит, это вот такая немаловажная особенность этого велика. Хорх Элефант, да, сегодня был на тесте. Обзор будет тоже, я еще немножко на нем покатаюсь, суммирую вот эти вот впечатления свои, какие-то дорожные, городские там тесты. Этот вот тест хороший, хороший тест, почти на 100 километров у нас сегодня был. Тоже есть о чем тут подумать. Ну, в общем и целом, впечатление реально очень положительное. Этот велосипед, если вы по назначению себе там добудете, да, и будете ездить, это значит городское использование, универсальное использование, повседнев, каждый день, работа. Значит, длинные заезды с грузом, это все прекрасно, заезды на длительное расстояние, гравийные заезды, как у нас сегодня были, вполне себе. Ну, этот велосипед, как и другие туристические гравийники, наверное, которые были, я скажу тоже об этом, этот велосипед не про погоняться, не про поехать быстро, естественно, он не спортивный, потому что у него вес, потому что у него такая геометрия, ну, этот велосипед не для спорта сконструирован, скорее для такого спокойного, вдумчивого перемещения, преимущественно по асфальту.
Вот как-то так. Значит, все, друзья, жду ваш хороший комментарий. Если что-то забыл, вы, как обычно, напомните. Без этого никак. Увидимся в следующих роликах. Не пропадайте. Всего хорошего. Пока.